Вот тут египетский воробей. Вон сзади наш. А, нет, вот воробей. А это какой-то египетский. Мы его это кормим. Русским хлебом. Ага, остатками московского хлеба. Ничего, не подавился. Конкурент не прибежал. А, картина выглядит, в общем-то, так, если в целом. Красота у нас на балконе. Не считая того, что сейчас 10 градусов, приехали отдыхать на юг. Понимаете ли? Ну, там море, говорят, теплое. Иордания. Там на горизонте. Говорят, солнечное. У нас пока 10 градусов. Правда, ветер стих. Хорошо с утра. Птички там. Это... Так это он поет? Так. Страшно. Харя не треснет? Нет?